В Одесской области продолжаются протесты против повышения тарифов на газ и электроэнергию. На этой неделе митингующих Раздельнянского района поддержали жители Арцизской объединенной громады. Холодная погода не помешала местным жителям собраться в центре Арцизы и выразить свою позицию по поводу решений Кабмина. В частности, негазифицированные населенные пункты Бессарабии протестовали против повышения цен на электроэнергию. Рост тарифа на свет спровоцирует повышение тарифа на воду. Далеко не самое богатое население Арцизского ОТГ увеличенную в размерах платежку не потянет. Руководство громады также поддержало своих граждан во время мирного протеста. Мы, как Арцизская громада и депутаты Арцизской громады, полностью поддерживаем эту акцию. Мы сегодня обратились решением сессии депутатам Верховной Рады Украины, Кабинет министров Украины, президент Украины относительно недопущения роста тарифов. Рост тарифов приведет не только к снижению и без того сложного уровня жизни нашего населения, но и к ухудшению экономической ситуации на нашей территории. Поэтому это важно не допустить, важно поддержать в это сложное время людей. Поэтому мы абсолютно за.